Рад приветствовать вас на телеканале «Импакт» в прямом эфире. Спасибо, что вы с нами на «Влиянии». Снова интересный эфир, снова благословенное, доброе, приятное время общения с вами и общение с моим собеседником, старшим пастором церкви «Сион» из Сакрамента, Петр Иванович Пасечник. Welcome back. Доброе утро, доброй ночи вам, добрый вечер. Приветствую вас также и всех, кто нас видит сейчас, всех приветствуем. Мы, так сказать, с вами в книге Откровения находимся. Так. И в прошлый раз мы окончили некий экскурс мы сделаем, что мы окончили относительно, это была последняя печать. Мы так не в деталях, но, так сказать, чуть-чуть углублялись. И это было также четыре всадника. Всадника четыре, да. И затем мы остановились на... Мы согласились с вами и анонсировали о том, что это будет восьмая глава сегодняшняя, наша вечерняя программа, эфир. Это седьмая печать безмолвия. И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса. Да. Как бы на полчаса. И затем мы переходим уже к трубам. Так. Пожалуйста, вам слово. Да. То, что мы закончили как раз на этой седьмой печати, и она отличается тем, что безмолвие такое на полчаса. Еще раз повторю, вчера тоже мы на этом закончили, что это пауза, которой воспользуется Антихрист для того, чтобы получить подкрепление, чтобы приготовиться к более сильному удару снова. Но вот после этого такого перерыва, после этого такого затишья дальше начинается период судов трубных, которые дальше будут, так сказать, отражаться на земле. Но Иоанн видит эти семь труб, и я к этому еще добавлю, что он называет и говорит, описывает, первая труба – это та, которую он слышит, звук этой первой трубы. Фактически, первая труба для народа, и для того, чтобы это дало нам понять немножко, для чего звучит трубный зов, мы можем вспомнить самую первую трубу, которая прозвучала тоже, ее тогда слышал это Моисей. И когда он имел встречу на горе Синай, об этом записано в книге «Исход», 19 глава, и записаны 16 стих и 19 стих. В 19 говорит, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. То есть еще тогда Бог говорил и дал сигнал через трубу. То есть труба имеет определенный сигнал от Бога. То есть и вот эти трубы, с которыми мы сейчас будем сталкиваться, это определенные сигналы, дающие какой-то сигнал от Бога. Они имеют какое-то значение. В том сигнале, что слышал Моисей в этой трубе, это был знак, это сигнал того, что Бог дает им свой закон. Вот как вы должны дальше жить и поступать. Определенные от Бога предупреждения такое. Когда уже Иоанн слышит эту трубу, о которой говорит уже в 7 стих Откровения, 8 глава, говорит, первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанный с кровью, и пали на землю, и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Итак, вот тут мы можем заметить сейчас, что интересно, не упустить, что поражается во время первой трубы. Растительный мир. Растительный мир. Не люди, не на людей это, хотя люди терпят от этого тоже неудобства, бедствия, даже и смерть. Почему? Потому что поражена вот эта природа. То есть поражается вот эта часть природы. И Бог об этом сказал тогда Иоанну, что вот так будет происходить, как поэтапно такое поражение. Сперва вот в этой трубе, и не только это, но все четыре трубы имеют свою, так сказать, особенность. Они отличаются от трех последних. Вот эти первые четыре, они будут так поражать поступенчато. И вот эта труба, как мы прочитали, она поражает деревья, поразила траву. Чем питаются звери? Да. Чем питаемся животный мы? Да. От растительного мира растет. И вдруг оно поражено. Значит, наступает снова опять же та беда, недостаток, недостаток пищи, недостаток того, чтобы содержать семью, голод, наступает смерть. И вот так мы можем заметить, что происходит вот такой удар. То есть это суд, который приходит на землю.
через вот это действие. Вот суд первой трубы, он направлен, через это мы можем видеть, что суд направлен пока на землю, не на людей. Людям еще дается право подумать и остановиться. Бог не хочет смерти никому, погибели никому. И потому Бог старается вызывать людей к покаянию через свои благие действия, через благословения, посылай людям все. Но когда люди этим не хотят воспользоваться, Бог как вынужден прибегать уже к методам другим, которые уже как наводят давление чуть такое. Скажите, но мы же понимаем, что период благодати, он окончится. Да. Он окончится с восхищением церкви. Да. И то, о чем вы говорите, мне говорит о такой великой любви, долготерпении и благости так. Божьей, что даже когда благодать уже взята от земли, да. Бог дальше шанс даст ли еще? Дает ли шанс угу. еще? Угу. Знаете, такой пример, давайте вспомним сейчас Самсона. Какая на нем была сила? Чудеса творит, ворота несет на своей спине. Что он не делает? Но когда он отступил от Бога, когда он допустил ошибку в жизни, что дальше произошло? По этой причине потерял глаза, потерял зрение. Но проходит время, когда он уже без зрения, в таком состоянии, ходит кругами, да. уже молит. После этого, когда настигла его такая беда, тогда он покаялся. Точно. Тогда вспомнил Бога. Вот так и время великой скорби. Да, все, что есть, благодать, потеряет народ это все. Но все равно Бог терпеливый, любящий. Он не хочет погибели. И когда люди уже не могут принять и познать, и покаяться даже через то доброе от него, он вынужден прибегать к таким действиям. Так же самое параллельно, когда израильский народ должен был выйти из Египта. Моисей уговаривает фараона, отпусти, так и так. Нет, Бог допускает одно бедствие. Не хочет согласиться. Тяжелее, тяжелее, еще тяжелее. Вплоть до потери первородного. То есть Бог уже вынужден прибегать к таким действиям. Петр, так само великая скорбь. Петр Иванович, вот, ну, я знаю, вы, так сказать, преподаете и много в этой теме, работаете по книге Откровения. Скажите, пожалуйста, вот, я якобы слышу вопрос телезрителя. Якобы вы слышу вопрос телезрителя. И мы не говорили до эфира об этом, так сказать, я не говорил, я задам вопрос, а вы ответите. То есть, то есть зрители понимают, что это прямой эфир, здесь и не вырежешь. Ну да. Скажите, если кто-то нам сегодня возразит и скажет, что если с церковью Дух Святой будет взят от земли, возможно ли покаяние в том случае, потому что Дух Святой дает покаяние посредством Слова Господня, если его не будет, кто будет давать покаяние, умиление, раскаяние людям? Ну-ну-ну. Вот вспомните этот пример, что я привел, чтобы правильно понять, когда это. Самсон, потеряв ту силу, страдает, мучится, потерял зрение, а потом, когда он прошел определенные те круги все, потом покаялся. Когда пройдет этот период времени, Самсон не мог покаяться раньше. Ходит кругами, но не каялся еще. А ходит, страдает, несет на себе, так сказать, это мучение. Так само великая скорбь. В это время, когда будет забранный, взятый, благодать будет отнята, конечно, невозможно. Дух Святой это делает, он ведет, невозможно. Но после великой скорби еще будет тысячелетнее царство, когда царство мира сего соделается царством Христа. Да. Все будут славить Бога, имею в виду, что вот снова произойдет как расцвет такой в народе. Да. И будет даже долголетие, болезни не будет, страданий не будет. Это кто делает? Антихрист? Конечно, нет. Дьявол будет скован на тысячу лет. То есть опять снова Бог будет делать свою работу. Я об этом имею в виду, что вот так будет. Но когда вот это происходит, бедствие, когда вот эти круги, страдания, мучения, конечно, там одно только просят. Падите, накройте нас. И то невозможно. Там, конечно, тогда не будет. Но те, которые имели в себе... Но недостаточно. Вот почему, говорит, святой досвящается, праведный творит правду. То есть две категории христиан.
которые войдут в число первых восхищенных, а другие остались. Потому сказано, двое на постели, один взят, другой остался. Двое на поле, тот взят, а второй где оказался? Там же остался. То есть еще жизнь продолжается. Но ведь он тоже рядом молился, тоже ходил в церковь, но почему-то остался. То есть ему не хватало той, так сказать, чистоты и святости, и он остался еще. И он вынужден пройти с тем, что он имеет. Не то, что он возьмет новые, но с тем, что он имеет, пройти и как бы доказать, поплатиться за тот свой недостаток. И будет даже обезглавлен, но войдет дополнить число избранных. То есть спасутся, но это не значит, что они заново узнали, услышали и покаялись. Нет. То, что у них работало, оно дальше... Это вопрос побочный, но тем не менее задам вам вопрос. А спасутся в лоно спасенных народов или в лоно церкви? Или мы, может, как-нибудь в другим эфиром все-таки разделим это спасенные народы и все-таки церковь, которая будет со Христом? А, то есть, может, мы один из эфиров проведем, потому что я так бегаю, бросаю. Да. Правильно, потому что церковь люди по-разному видят. Да. Я так вот сейчас дам понять, что действительно это требует отдельного нашего, так сказать, часа. Церковь есть видимая и невидимая церковь. Согласны с этим? Конечно. Да. В чем разница? Невидимая церковь и видимая. Что значит невидимая церковь? Невидимая – это та церковь, которую видит только Бог. И вот те, которых Он заберет при восхищении, вот это есть те люди, категория людей невидимые. Они в среде всех людей. Они в церкви. Видимые – те, которые приходят в церковь, числятся и на списке церкви, и десятину, возможно, дают, и так дальше. В числе видимых. Но придется кому-то остаться, потому что они не вошли еще в ту категорию. В этом и разница, что одни будут взяты, другие останутся. Церковь будет со Христом 1000 лет, написано. Да. И потом она будет с ним участвовать. Это такие моменты. Вот мы потом, когда о церкви будем говорить конкретно, это будем вспоминать, говорить. Итак, мы идем дальше. Итак, это первая труба. Затем, по-моему, мы переходим ко второй, да? Да. Ко второй. И затем второй ангел вострубил. И как бы большая гора, как бы, видите, даже не большая, а как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью. Да. И умерла третья часть удушевленной твари. Точно. Как дополнение сюда, к этой мысли, что вы прочитали, живущих в море. И дальше говорит, и третья часть судов погибла. Так заканчивается это описание. То есть, посмотрите, что происходит. Изменяется, как сильно все после этого удара второй трубы. Когда прозвучала вторая труба, и как большая гора, при том пылающая огнем. О чем это говорит? Что именно пылающий огнем. Огонь не имеет перед собой никаких преград. Даже металл плавится в огне. Все, так сказать, пожирает, выводит из строя, что бы то ни было. То есть, это говорит о том, что никто не сможет устоять против этого действия Божьего. И Бог так будет делать. Падает, значит, оно, и смотрите, низверглось море. Там во время первой трубы суша, трава, деревья. Здесь тоже из части, так сказать, окружающей нас земли, поражается вот эта третья часть моря, сделалась кровью. Представьте себе, перед нами вода. Откуда мы ее берем? Конечно, качая через фильтра, мы можем пить. А когда часть этой воды поражена, третья часть, это огромная, поражена кровью, мы сможем ее пить, мы сможем чай приготовить, мы сможем борщ приготовить из той воды, когда в ней будет заметно чувствоваться эта кровь. То есть опять снова возвращаемся к той же проблеме. Через это идет давление на человека. Бог допускает вот эти действия, поражая его так. Поражены, смотрите, и одушевленные твари в море. То есть мы же питаемся оттуда. Рыба, креветки, кто что. Пользуемся, употребляем. Будет поражено, потому что она, вода с кровью, умирает. Снова пять добавок того же кризиса, недостачи, так сказать, нашего питания. И помимо этого, и еще последняя тут такая мысль, в конце стиха говорит, третья часть судов погибла. Суда говорят о том, что люди перемещались. Доставляют грузы и прочее. Грузы, контейнера огромные. А что получится? Да. Имеешь бизнес, тебе надо отвезти, скажем, в другую страну его. Все погибло. То есть рухнут бизнеса, значит, рухнули рабочие места,
нет работы, не можешь зарабатывать. И плюс к этому, и вторая сторона, что тут не только в вопросе бизнеса, когда говорится, что суда повреждены, погибли, но и средства защиты. Когда беда, вот пожар, когда вот сейчас был, помните, и как сильно с судами старались, паромами, да, кораблями, как могли, людей спасали, вывозили из зоны пожара. А тут они пострадали, погибли. Значит, не будет средств для спасения. Люди оказываются в такой ситуации. Беда, а выхода нет. Вот как произойдет поражение, какой удар. Отчего они тонут, эти корабли, вот если так задать вопрос? Отчего они никогда не плавают? Почему они потонули? Ну, вода с кровью. Но кровь не мешает плаванию? Нет. Они тонут от ветра, они тонут от волн. Такие волны большие, такие бури от этого. То есть это подтверждает, что на Земле вот что произойдет. Так от этого удара, что падает как такой огромный, скажем, камень этот огненный, и вызывает те волны, такие бури, такое бедствие. Вот такое будет положение. Аномалия, сплошная аномалия. Да, да. И вот так. И вот в таком положении окажутся люди. Потому Бог через это нам подсказывает, чтобы мы сегодня задумывались о состоянии наличия в нас Духа Святого, печати. Бог нас не запугивает, а через это готовит, совершенствует нашу веру. Да, мы идем дальше. «И третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая, подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод». Угу. Имя этой звезде – Полынь. Ну, говорили за Чернобыль. Да. Помните? Так. Да, есть какое-то здесь тоже, можно сказать, намек на это направление, сходство какое-то частичное. Потому что, когда мы читаем, что происходит такое влияние, имя этой звезды Полынь, то есть такая горечь повреждается. Не атомное ли это оружие? Да. Или водородное? Что-то связано И это. Конечно, и это, да. Через разные действия оно отражается, оно будет влиять. И атом этот, то, что я говорил вчера, что 500 килограмм ядерных веществ на каждого человека. И так дальше, разные средства, разные действия. Но то есть горечь, полынь сама, что это значит, жизнь будет настолько горькая, что людям не хочется жить. И об этом говорит вот потому, что такие вот условия тяжелые упала, она повлияла. И заметьте, что здесь повлияло. Когда она упала с неба, она уже пала на третью часть рек и на источники вод. Там первая поразила травы, деревья, вторая поражает. Да. А тут уже, смотрите, на реки и источники вод. И многие из людей умерли потому что они стали горькими. Да. То есть каналы, вот эти реки, они же нам несут эту воду. И употребил, все. И она поврежденная. И наступает тоже смерть. То есть условия для жизни стесняются все больше и больше. И потому вот и так названо, что полынь. Полынь взял, это же трава, явно, как яд. То есть вот такое положение придет тогда во время этой третьей так сказать, дальше. Трубы. Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд. Так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была так, как и ночи. Угу. Третья часть. Да, но заметьте сперва, перед тем, как говорить, что третья часть, когда мы сейчас упоминали, что была поражена часть суши в одном, так сказать, вопросе, там зелень, потом море, потом река. А что тут поражено? Поражено сейчас во время четвертой трубы. Вы заметили? Это светило. Уже не низы, да, а не земля, а уже поражается то, что уже над нами. Небо, то есть солнце, луна и третья часть звезд. Так что затмилась третья часть их. То есть... И вот это снова же вызывает наше внимание на то, что произойдет поражение, как и в буквальном смысле слова, потому что и сегодня то же самое, мы, когда сталкиваемся, вникая немножечко в события происходящие, то видим, что и солнце разрушается, и звезды падают, и луна уже не в той форме, как была раньше. Озоновая дыра, ну, слава Богу, если вы читали, что сейчас затянули немножко. Чуть-чуть. Но она была по размеру, как Соединенные Штаты Америки уже. И это поступало излишки солнца на Землю, тоже поражение. И радиация. Да, это же и радиация, и все так. А в то же время, это частично мы переживали. Да.
все-таки воздействие космических лучей, так, космической вот радиации. Вот именно. А в это время там будет уже все ярко выражено. Оно повреждено, да. И значит, уже будет недостаток. Это холод, нет растительности, потому что если повреждено, не будет расти. То без солнца, без тепла, что может вырасти? Помидоры вырасти? Нет, конечно. Даже если кто занимался тюльпанами, выращивал, то они очень красиво, интересно. Как только солнце восходит, они раскрываются. Солнце заходит, они закрывались. Реагируют на тепло. Так и люди. Мы же реагируем на тепло. Мы нуждаемся в этом. И когда не только, в буквальном смысле слова, в оригинале, что солнце, а всегда откровение, все, что говорит, оно имеет духовное значение, то Бог подразумевается и под солнцем. Библия говорит об этом и упоминается об этом не раз. Давид упоминает, тоже говорит, что Бог есть наше солнце. То значит, мы, люди, в то время таких бедствий мы не будем получать достаточно этого тепла. По причине той же, что вот такое зло будет так повреждать. Почему? Потому что вот это горе, трудности, вместо того, чтобы люди приближались к Богу, оно вызывает, наоборот, ожесточение. Да, к сожалению. Да, к сожалению. Они, наоборот, больше обозлятся еще на Бога. И получается охлаждение. Замирают. И вот то же самое отражается дальше и на Луну. То есть, и как Луна в буквальном смысле, та же самая и в духовном. Мы являемся той Луной, христиане. Значит, не будет той отдачи. Христиане не будут тем светом в этом мире. Почему? Потому что то же самое. Они умирают. Третья часть звезд падает. Мы об этом немножко говорили тоже вчера. То есть люди видные, знаменитые, тоже упадут и падают. Смотрите, Петр Иванович, мы прошли печати с вами семь. Еще до четвертой трубы дошли только. Уже сколько людей погибло. Да. И я просто удивляюсь при слышании четвертой трубы сегодня вечером. Так. Да? Ну, мы находимся в прекрасных условиях, правда, здесь все красиво, да, все хорошо вокруг нас, и солнце, то есть прожекторы, вот, и кондиционер работает в жаркой Калифорнии, тогда же будет совсем по-другому. Конечно. Меня удивляет, знаете что? Ну? Как еще мог человек все-таки, еще Бог хранит в то время час людей, потому что это же все от Него. Да. И Господь же знает, кого сберечь, наверное, вот сколько людей погибнут, это же все под контролем у Него. Ну да. Я удивляюсь, как в такой ситуации еще может человек выжить, может еще ожесточиться, глядя на все это происходящее. Так. Каким образом? Насколько сердце человека жестко, упрямо, лукаво, что вместо того, чтобы возопить к Богу и сказать, Господи, прости, помилуй, нет этого. Нет этого, вместо того, чтобы покаяться, увидеть, скажем, во время первых шагов, во время начала болезни, беды этой, покаяться, остановиться, и Бог бы явил милость, помиловал бы. Нет, наоборот, еще больше обозления. Даже, чуть забегая вперед, посмотрите, уже прошла великая скорбь. Ты потерял дедушку, ну, допустим, родился потом, потерял прадедушку. Но ты уже знаешь вот тот исход, что было. Почему после уже тысячелетнего царства поддаться людям на приманку, которую будет делать Антихрист, совершенно обольщать людей снова на брань против Христа? Снова, ну, как можно позволить себе это? Видели тысячу лет такого благосостояния, лицезрели лицо самого и снова восстали. Сопоставь, посмотри, вот мои прародители, вот что прошли. Но дал бы мне-то Бог такую ситуацию. Все, буду разумно принимать решение. Нет, надо же, пойти опять на то обольщение. Какое объяснение этому? Лукаво сердце человеческое. Да, конечно, только так, только так. И Бог, Он дает нам эту альтернативу, чтобы человек сам делал выбор. Бог не загоняет силой, а дает право выбора. Потом и говорит, я предложил тебе. То есть не заставил, не тяну тебе силой. А перед тобой дверь открыта, две двери. Предоставил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Что хочешь, выбирай. Вот тебе. Дело в том, что дьявол, в отличие от Господа, я как-то говорил где-то, что он террорист. Конечно. Он просто бомбит, и все. Он не спрашивает. Если человек дал ему палец, он потом не просит разрешения руку отхватить. Ну, он отхватывает руку. Да. А Господь, он действительно предлагает. Жизнь, предлагает. Благословение. Вот тебе смерть, вот тебе жизнь. Да. Да, проклятие и благословение. Так, так. И человек по своей натуре от самого начала, вот этот именно вопрос, что не желая слушаться Бога, не желая иметь над собой авторитета, кто бы управлял, это был первый грех.
непослушание, которое было проявлено в Едемском саду, Адам и Ева, то же самое Библия, когда мы читаем, последний грех, о котором упоминается в Откровении, это тоже непослушание. Это было начало, это есть конец. Люди не хотят слушаться Бога, не хотят. Вот это есть проблема. Вы знаете, я сейчас обращусь к зрителям, той части наших зрителей, которые смотрят наше телевидение, и периодически вы переключаете на Первый канал российского телевидения. Потому что мы в пакете Первого канала российского телевидения также, «Импакт», то есть там несколько каналов. И я более чем уверен, что ряд из вас, многие из вас переключаются периодически. Вы знаете, на светском телевидении, на светском канале, то, о чем мы говорим, вы просто не услышите. Там никогда не скажут вам правду, что придет такое время, будут такие события. И сегодня в лице и в голосе этих служителей, которых вы видите на телеэкране, в лице моем, в лице пастора Пасечника, в нашем лице вы слышите совет и рекомендацию, как избежать грядущих бедствий. Дело в том, что многим из вас скрывают, сознательно ли, несознательно, или другие какие-то причины для этого, скрывают то, что Библия реально говорит о конце времени, о конце жизни человека на земле. Реально, практично говорит. Поэтому, друзья, для неосведомленных, может быть, не воцерковленных, мы не говорим, сегодня не беседуем, и это третья программа с пастором, а перед этим вы слышите на канале очень многие программы. Все, о чем мы говорим, мы из этой святой, божественной, богодухновенной книги. Это отсюда взято. Видите, что написано? Что написано? Библия. Это письмо от Бога человеку. Это та же самая Библия, та же самая, которую читает ваш батюшка. Это синодальный перевод. Книги Ветхого Священного Писания канонические. Те же самые, которые батюшка держит в своих руках. Читает ли в вашем приходе или не читает, это его проблема. Но мы читаем и мы говорим. Если вы не услышите эти вещи, эти истины на других телеканалах, оставайтесь с нами постоянно. Это к вашему же благу я и говорю. Как набат сегодня. Просто как обращение. Я сделал такую ремарку, но, видно, это очень важно было. Я чувствовал сделать такую остановку и обратиться к некоторым. Пастор Петр, продолжайте. То есть при всем этом, что Бог есть любящий, добрый, благословляет, хранит нас, слава Богу, но Бог предупреждает, что все равно при всем достатке, при всей этой технологии, при всем прогрессе впереди будет голод такой. Потому вот это поражение моря, реки, растительного мира всего, это говорит о том, что впереди голод. А голод – это смерть. И вот так мы подходим к тому, что дальше после этого будет уже четвертый, так сказать, шаг, будет четвертая труба, о которой говорится в Откровении, 8 глава, 12-13 стихи. Говорит, четвертый ангел вострубил, и поражена была уже третья часть солнца, Луны. Да, и третья часть Луны, и третья часть звезд. Вот то, что мы говорили. То есть уже не только растительный мир, что нам голод, но плюс до этого страдания, как вот мы немного говорили об этом, уже идет поражение и над нами. Поражение уже и, так сказать, и согревающее как телесно, так и духовно нас. Но, конечно, выход из этого, как вы сказали, выход один – в Боге, Бог – наше прибежище. Только верить в Бога, полагаться, и Он говорит, я укрою от годины искушения. То есть мы имеем шанс, так как мы говорили, если будем этого слова держаться, если оно для нас будет авторитетом, если оно будет нам инструкцией той, которой будем руководствоваться, тогда мы сможем не попасть в эту атмосферу жизни. Нас Бог заберет, защитит. У нас есть на это шанс. Смотрите, 13 стих интересный. Так. «И видел я и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом, горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить».
То есть вначале было 4 и 3. Почему 4 и 3? Почему разделение? Да. Потому что вот эти 4 первые, как и 4 всадника было, они имели свои, так сказать, зоны поражения. И эти 4 поражали, значит, атмосферу, как земную и часть, и небесную. А вот 5 уже отличается. Посмотрим сейчас, когда мы прочитаем, мы увидим, что поражение уже идет в другой форме. Как до этих пор, да, был голод, недостаток. Вот так, давайте прочитаем. Вот 9 глава говорит о пятом ангеле. «Вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи. И помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, никакому дереву, а только одним людям». Во. Вот разница. До сих пор мы не слышали, мы не видели во всех этих моментах поражение людей, человека. Людей, да. А все окружающее. Да. То есть Бог допускал, давал обстоятельства. Человек, остановись, посмотри, задумайся. Не хотел. Все. Вынудил, так сказать, Бога, что Бог позволяет, дает возможность, начинает идти поражение уже на человека. И начинает уже происходить вот этот удар, поражаются люди. Открывается вот эта бездна. Вот мы прочитали вот это слово, да? Бездна – это источник, это место, где сохраняются вот эти силы Антихриста, вот этого зверя. И, то есть открывается, исходит этот дым. Представьте себе, как сильно влияет дым, что когда люди даже в машине уснули, и только немножко ветер заносит дым в салон, и умирают, погибают. Такие же случаи бывали. Да. То есть дым – это ужасно поражающая жизнь человека. Невозможно дышать, недостаточно кислорода. И ты умираешь, ты задыхаешься, не можешь дышать. То есть вот уже начинает идти поражение на человека. Вот в чем разница. Уже пятая труба начинает проявлять поражение на человека. И снова по той причине, что не покаялся тогда. Вау. Когда видел воду в крови, когда видел другие эти моменты. Смотрите, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. Вот именно. Это все-таки будет категория людей, имеющая печать. Ну да. Это они же будут проходить период великой скорби. Так. Хотя церкви уже не будут, но те, которые останутся на великую скорбь. Вот эта мысль здесь, что говорит, что поражаются те, и так допускает Бог, что поражаются только те, которые под печатью Антихриста, но не под печатью Духа Святого. То есть вот это снова подтверждает, что Бог имеет силу и способность защищать человека, сохранить. Вот это та же мысль, которую говорил еще раньше Бог. То же самое говорит, что дал Израилю, и подобие описывает, что жена как орел с двумя крыльями. Два крыла были даны. Какие? Что это означало, те крылья, которые тогда жена, то есть Израиль, получил, когда выходил из Египта, когда Бог проводил через ту пустыню, через те места, у нее два крыла. То есть те два крыла – это не символ Старого Завета и Нового Завета, потому что в то время Завета Нового еще не было. Никто об этом не знал. Но эти два крыла символизируют силу Божью и помощь Божью. Когда Бог выводил Израиля из того бедствия, Он проявлял свою силу, не так ли? Вспомните, когда они дошли до моря, впереди вода, а сзади их догоняют уже колесницы, вооруженные войска. Что? Как понять? Они, я думаю, что задавались многим вопросом, что это за водительство Божье? Как ты, Господи, нас вел, что мы попали в такой тупик? Впереди смерть, вода, и сзади уже вооруженные войска. А мы что, против них? Что нам делать? Бог проявил свою силу. Вода раздвигается, они выходят. Для них переход был избавление и выход в безопасное место уже, а для противников тот же самый переход, но послужил местом погибли. Они там погибли. Бог проявил силу, а дальше, когда они идут по пустыне, дальше идут дорогой, Бог посылает им пищу, манну, все прочее. То есть Бог кормит. Бог проявляет свою заботу. То есть и защита Божья, и сила Божья проявлены были. Вот они, два крыла. Интересно. Да. Интересно. Но утешительно, все-таки утешительно, что будут иметь печать Божью.
которых да, Бог будет хранить. Да, они будут иметь печать. То есть это означает, что те, которые Богу принадлежат, признали Бога, поверили в Бога, а это и есть печать Духа Святого. Они отдали свои сердца Богу, и Бог таких людей опечатывает. Это есть печать та, которую мы не видим этими глазами. Но тут же, смотрите, вот мы упоминаем, что поражается, и поражается, смотрите, чем этой саранчой. Какая здесь тоже самая интересная мысль, что эта саранча отличается от той, которую сегодня мы можем заметить. Маленькую там прыгает, бегает. Да. А тут вот эта саранча, которую Иван видит, она имеет размер около 6,5 метров. Это же размер... Удар ее сравнивается тут, говорится, то же самое, с таким ударом, как у лошади. Это же сильнейшее поражение. Саранча, когда идет, она поражает ужасно перед собой все полностью. Она распространяется большими такими, так сказать, группами, когда идет. И она может передвигаться, занимать территорию в своем таком толпище, когда идет такой толпой, до 30 метров. Они идут такой вот частью в ширину и даже до 6 километров в длину. Представьте себе такую толпу саранчи. О чем это говорит? 6 километров и 30 метров. Какая полоса? Она все стирает, все сзади черное. И вот даже так скажу, что и был такой случай, когда вот саранча это на Африку, на Алжир, она пришла в 1866 году. Когда она попала на территорию Африки, то они тогда, когда поразили эту землю, тогда от этого поражения умерли там 200 тысяч людей. Сразу от этого поражения. Вот то же самое это подсказывает о том, что будет тоже вот такое же поражение на людей. Смотрите, написано, и дано ей было не убивать их, а только мучить 5 месяцев. Угу. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. Да. Вот это да. Да. Они символизируют, это саранча, когда мы видим таких как бы маленькие, но они символизируют от этих воинов армии дьявола, антихриста, которые будут так поражать. Просто потому, что Бог позволит, допустит, из-за того, что люди в неверии. Вместо того, чтобы каяться, признавать Бога, наоборот, больше обозления приходят. Да. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленных на войну. А на головах у нее как бы венцы, похожие на золотые. Лица же ее, как лица человеческие. И волосы у нее, как волосы у женщины, зубы, как... То есть это как это, бесы? Это да, как бесы? Это действие сравнивающее. Это фактически не в буквальном смысле слова, что вот саранча какая. Да. Но это говорится в откровении, показано в видении, чтобы понял. Но о чем это говорит? Укус ее сравнивается с саранчей. Что это значит? То есть укус этой змеи, он приносит смерть. То есть это такое будет влияние этих служебных духов антихриста, дьявола, что будет приносить смерть. Второе, сравнивается с лошадью, с этой силой, ударная такая сила поражающая. Третье, волосы. Почему говорится о волосах? То же самое. То есть это обольщение такое. Ну, скажем, вот мужчины. Сколько мужчин упали на этом, так скажем, соприкосновении? Вроде бы поначалу за руку взял, вроде бы потом за плечо взял, поставил руку на волосы. Нежные волосы женщины начинают давать реакцию на чувство человека и потихоньку доходят до греха прелюбодеяния. То есть Самсон на чем погорел? Не на том же самом. А Давид? То же самое. А Давид то же самое. Тоже. То есть волосы, они символизируют обольщение такое, которое ведет к греху и заканчивается смертью. На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. Да. В ней были хвосты, как у скорпиона. Угу. А в хвостах ее было жало, власть же ее была вредить людям 5 месяцев. Почему именно 5 месяцев? Потому что саранча живет 5 месяцев. Это ее продолжительность жизни. Она живет 5 месяцев, то есть определенное короткое время, но поражение такое сильное, как я сказал, к примеру, даже вот, что было тогда в буквальном смысле в Африке. За короткое время она такой удар наносит. 11 стих. Царем над собой имела она ангела бездны, имя ему по-еврейски Авадон, а по-гречески Аполлион. Вау. Угу. Одно горе прошло, вот идут за ним еще два другого. Горя. Да. Да, да.
То есть вот это пришло на человека, вот такое уже горе во время пятой трубы, а дальше еще два идут, шестая и седьмая. То есть вот через это откровение Писания Иоанн пишет, что вот настолько уже более горькое, более тяжелое на человека поражение идет. Это первая ступень такого поражения человека в таком сильном воздействии, а дальше еще больше, следующий шаг. Я вспоминаю, Господи, кто же может спастись в этом? Да? Оказывается, будет еще некогда... Конкретно вы читали, кто может спастись. Да. Имеющий не печать. Поражать того, кто имеет Духа Святого. Имеет печать, кто имеет печать Божью. Кто принадлежит Богу. Бог. Того не имеет права поражать. То есть средства и возможности, сила Божья будет проявлена. Мы готовы перейти к шестой трубе? Ну да. Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом. Говорившему шестому ангелу, имеющему трубу, освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Ефрат. Угу. Значит, вот прочитав это, пока вы до конца еще не читали, но даже на вот этом, сразу же вызывает наше внимание четыре, значит, этих животных и река Ефрат. Почему? Что это такое? О чем это говорит? Река Ефрат, она разделяла, она была как граница. Да. То есть вот эта граница, она является то же самое под тем воздействием, что она попадает под влияние, она будет разрушена. И будет доступ. Говорю шестому ангелу, имеющему трубу, освободи четырех ангелов. Почему четыре ангела? То есть это подразумевается, что будет уже вот это действие проявлено и от севера, и от юга, и от запада, и от востока. То есть охватит всю землю. А почему они связаны, ангелы были? Это говорит о том, что были удержаны, не имели еще, так сказать, позволения. Свободы, свободы это, действовать. Это символизирует, что пришло время дать этому сбыться, чтобы оно пришло уже в исполнение. Из-за того, что люди ведут такой образ жизни. Как я говорил в самом начале еще, Бог не хочет погибель никому. Бог дает свои благословения, дает благодать. Пожалуйста, реагируй, спасайся. Не хочешь? Дальше, как вынуждают Бога, чтобы он применял уже эти действия. И уже доходит даже до того, потому что во время этой беды не останавливается, Бог уже позволяет от четырех концов. То есть четыре эти точки. И север, и юг, и запад, и восток. То есть вся земля, все уже, не будет избавления. Потому это говорит, не стоит бегать. Ой, я побегу, куплю дом в Саут-Каролайне, там я буду защищен. Нет, я куплю дом в Молдавии или Украине, спасусь. Нет. Все четыре конца земли, все будет поражено. Лучше печать иметь. Самое главное, печать и с Богом общение. С Богом общение, сохраняешь печать. Если потеряешь общение с Богом, потеряешь печать. Ее потерять можно. Мы должны стараться сохранить. Да, и говорит о ней... Число темного войска было две тьмы тем. Интересно. Да, да. Это много. Это количество, наверное, да? Конечно, да, да. Число конного войска – это тоже в сравнении. На самом деле, это же не лошади с неба будут прыгать на нас. Но это говорится для нас в сравнении о том, что такая сила большая. И было две тьмы тем. То есть тьмы, значит, неисчисляемо. Неисчисляемо. Невозможно ограничить. То есть это достаточно полностью всех, кругом всех, так сказать, повредить. Да. «Так видел я в видении, говорит, коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные». И вот перечисляет вот это, как головы у львов, и изо рта их выходит огонь, дым и сера. То есть поражающие. Дым и сера снова напоминает о том, что не хватает кислорода, задыхается. Серой дышать невозможно. Дымом дышать невозможно. И вот такое будет поражение. И от этих трех язв, говорит, от огня, дыма и серы, выходящих из их рта, умерла третья часть людей. Смотрите, если тогда, раньше, в предыдущем этапе, была часть уже погибшая, скажем, как мы говорили, примерно 2 миллиарда, осталось из 7, осталось 5, поражается снова, и, третья часть опять, из тех уже, это большое количество снова. Это снова полтора миллиарда. Полтора миллиарда, опять снова погибают. Ужас такой. От этих язв, от этого дыма, от всего... Так что это заставляет нас сегодня серьезно понимать о том, что приближается, надвигается на планету, почему и говорит за эти четыре точки
взятые. Значит, стоит не терять время, каждую минуту использовать, чтобы заключать с Богом контракт, союз, договор, давать обещание служить Богу, жить для Бога. Завет. Стоит. Смотрите, да. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным, деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись так. В убийствах своих, ни в чародействах своих, угу. ни в блудеянии своем, ни в воровстве. То есть и на то же время, это то, о чем вы то, что не говорил. Раз говорили. Да. Вы не раз говорили да. последние несколько дней. Все-таки Бог дает же через да, это, да. Бог дает шанс. Бог то есть остановись. Да, да, да. Через это голос Божий человек. Посмотри, что происходит, остановись, сознай, кто есть над тобою, что управляет, и так все происходит. Остановись, подумай. Нет, все равно не раскаялись. Видите, та же мысль, это подтверждение. Я на основании этого так и высказывал. Люди не хотят, что вот как Бог допускает, все равно не хотят остановиться, продолжают это делать. Почему и говорит, не раскаялись в этих убийствах, чародействах своих, благодеянии своем, все равно продолжают так делать. Да. Вы видите, что получается, Петр Иванович? А, даже с учетом того, я постараюсь сейчас сформулировать свою мысль или вопрос, даже с учетом того, что человек имеет шанс, имеет возможность, там написано, я дал и время показать, имеет время даже, Господь и время да. дал, Господь и Слово дал, Господь угу. и Дух Святой дал, да. истину открыл, то есть все возможности без исключения, все, как, да. как я когда-то говорил, все работает на человека. Небеса небес работают на человека. На человека работают с ангелами, с херувимами, с серафимами. При всем том, чем они заняты, находясь пред престолом Бога Отца, они же все работают, духи служебные, они же на нас работают, ангелы. И Дух Святой на нас, и Слово Божие. Так много Бог дал. И как мы говорили, смотрите. Да. И что еще тебе треба, человече? Да. Как украинцы говорят, что да. тебе еще треба? Однажды спросили ага. Билл Гейтса, ага. ну ты же один из самых богатых людей, ага. ну что тебе еще не хватает, что тебе надо? И он сказал, еще один доллар. Еще один доллар. Собеседник достает доллар, дает, говорит, ага. на. Теперь хватает? Нет. А что еще надо? Еще один доллар. То есть это не то, что ему упрек, да, но да. это наша натура такая людей. Человек живет земным. Его тянет к земному, он ценит земным. Он не задумывается над тем, там мысли, что вы сказали, что Бог же с неба же наблюдает и проявляет терпение, любовь, и дает шансы и возможность. Воспользуется человек. Но что происходит с нами, с людьми, как Захей? Давайте на минуточку вспомним его положение. Это все люди так живут. Захей какой имел интерес? Когда он вышел, забежал вперед, написано, залез на дерево. С какой целью? Он хотел покаяться? Нет. Но он не думал не об думал, этом. Его была думал. Цель из-за любопытства. Посмотреть, что это за ага. человек, что за личность, что такое влияние, что такая угу. заинтересованность в народе. Он залез, пристроился на веточке, наверное, листьями прикрылся и только приглядывался угу. туда. Но что интересно, телефонов не было. Никто не забежал вперед и не сказал Христу, он там на дереве, да. на той ветке сидит по имени Захей. Угу. Никто так не сказал. Но что интересно происходит дальше? Христос называет его по имени. Да. Говорит, Захей, сойди скорее. О чем говорят эти слова? То есть Бог видит каждого, где кто приспособился. Потому и меня, и вас, и каждого, кто нас слышит, Бог видит каждого, где кто приспособился. Если замаскировался, как Захей, какими-то листьями в жизни, сегодня Бог говорит, убери ту маскировку, спустись, сойди оттуда. Спуститься – это значит смириться перед Богом. Угу. Смирись, Захей, сойди оттуда. Почему? Для чего? Я хочу быть в твоем доме. Бог хочет сегодня быть в каждом доме. Угу. Бог хочет сегодня быть в каждом сердце. Потому его такое обращение. Но не все понимают. Не все заинтересованы, чтобы его услышать и познакомиться, как и Захей. Он не имел интереса лично познакомиться, не имел интереса принять его. У него был другой интерес. Mm-hmm. Вот так люди сегодня живут, имея свой интерес,
в жизни занимаете определенные позиции, удобно, примаскировался, и все хорошо. Ну, ради интереса посмотрю. А Бог говорит, не это. Я хочу быть у тебя в доме. Вот это очень важно и дорого. Если мы прислушаемся, посмотрим, что да, он меня видит, где я есть, да, он меня зовет, да, он хочет быть в моем сердце, он принесет и даст вот эту печать Духа Святого, это даст шанс и гарантию на спасение, на избавление от всех тех бедствий, о которых Библия предупреждает людей с любовью. Все вот эти события, это подтверждает Божью любовь. Когда, допустим, сейчас... Если за мной будет стоять человек и скажет, Петр, посмотри, глянись, сзади за тобой человек с камнем над тобой. Кто он? Мне враг, что подсказывает? Друг. Он друг. Вот так же самый Бог. Если он видит ситуацию, что дальше нам угрожает, он подсказывает нам. Значит, он есть наш любящий друг, любящий отец, любящий Бог. Стоит прислушаться. Мы подобны с вами сегодня, пастор Петр, мы подобны тем, которые, видя горящий огонь, горящий дом, мы кричим, пожар, пожар. Так. Пожар, ну, чтобы людей спасти. Так, так. Только так. И да, и насколько печально, даже печалится не только наши сердца с вами, печалится сердце Господа. Да, обязательно. Он больше, чем мы. Когда человек, вот даже глядя на нас сегодня, и слушая эту программу, переключив этот канал и говорит, что-то там я чем-то, вот меня еще, я еще слишком молодой, а второй говорит, я слишком уже пожилой, все умирали так, всем будет одна участь, и мне так буду, как и всем. Так мне сказал кто-то неделю назад в Украине, в одном из деревень в Украине. Всем будет то, что и мне, так бабушка одна сказала. И это. Понятно, у нас там некая беседа была, вот, а перед этим она самогонки достала такой и говорит мне, с друзьями, может вам налить самогонки? Вот, такая бабуля, вот, интересная бабуля, и всем будет то, что мне. И не всем будет то, что тебе. Не всем. Лучше при слышании вот, воззвания служителей, ведущих, соведущих, собеседников, которые кричат «пожар». Вот сегодня мы кричим «пожар». Время все-таки приближается. Да. Подобие горящего дома, пылающего огнем. И то, о чем мы говорили пару дней, это будет. Это будет так. Пылающий огонь. Так. И, пожалуйста. Да, мы время не удержим, то, что вы говорите. Мы не удержим. Мы можем часы удержать. Мы можем маятник удержать, если схватимся двумя руками. Но время мы не удержим. Оно обязательно придет. И то, что вы говорите, что Бог печалится, как и мы, если видим беду так. И Евангелие подтверждает, что Он печалится. Вспомните, какой самый короткий стих в Новом Завете. Это Евангелие Иоанна, 11:35, говорит, два слова всего там. И Иисус прослезился. Это подтверждает. Он увидел, он вник, он видит состояние той семьи, Марии, Марфы, Лазаря, и он прослезился, написано. То есть он есть сострадающий, он понимающий, он любящий, он плачет. Ему не все равно то, что мы переживаем и куда мы катимся. Он хочет всем спасения. Поэтому стоит сегодня заглянуть ему в сердце, заглянуть ему в глаза, прислушаться, что он говорит. А он говорит к нам через это слово. И тут интересная мысль, мне подсказывает, осталось несколько минут, интересная мысль так и напрашивается, что если они не раскаялись, то что Господь хотел и ожидал от тех людей, которые, проходя великую скорбь, все-таки жили в ожесточении, принимая язвы, будучи биты, будучи наказуемы, глядя вокруг этих, то, что происходит, не рассказывать. Знаете, какая мысль напрашивается? Ну? Что все-таки Бог не запрограммировал. Говорят некоторых, если Бог запрограммировал, значит, роби, что хочешь, Бог запрограммировал. Или на погибель и на спасение. Но. Здесь совершенно другой смысл и другая истина. Да. Даже если Бог определил, даже если, видя зло и, скажем, вынес приговор, Бог его меняет. Вспомните город Ниневию. Посылает и провозглашает, все, истреблю за грех. Но когда пришли все в посте и молитве, Бог приговор отменил. То есть это подтверждает ту же мысль, что вы говорите. Если народ будет приходить к Богу, если будет каяться, принимать Бога, принимать Духа Святого,
то Бог отменяет то, Бог может поменять, снять то избавление, так сказать, другими словами. У вас буквально 40 секунд, ваш телеобъектив здесь, мы будем уходить из эфира. Обратитесь, пожалуйста, все, что на сердце, к нашим зрителям. Понимаю, что жизнь сегодня на планете Земля с каждым днем она сгущается сложнее, сложнее, мрачнее и опаснее. Но при этом мы вспоминаем, что при всем этом мы имеем любящего Бога, который говорит: «Так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Слово «всякий» не исключает никого. Это значит, кто бы ты ни был, дорогой друг, богатый или бедный, грамотный или безграмотный, больной или здоровый, Бог любит тебя. Бог хочет спасения. Поэтому сегодня это тот удобный день, когда стоит прислушаться к Нему и принять меры, принимать правильное решение в жизни своей. Правильно тратить, то есть использовать то время, которое нам Бог отвел, дал нам по названию «жизнь». А это не колесо, жизнь, которое будет крутиться и крутиться. Это отрезок, который имеет начало, имеет конец. И потому сегодня стоит каждому правильно распоряжаться этим временем по названию «жизнь». Желаю всем благословений. И последний совет тем, которые находятся сегодня в грехе, тем, которые все-таки чувствуют, что что-то их мучает. Прислыша не то, о чем мы говорили. Так. Ваш совет. Матфея 11:28. Евангелие Матфея 11:28 говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». Никто, даже родной папа и мама, не сможет дать то, иногда, в чем мы нуждаемся, бессилен. А Бог сильный. Он говорит: «У меня есть то, в чем ты нуждаешься. Я имею то, что тебе надо дать, чего ты хочешь». Если ты, он перечисляет здесь и говорит, труждающийся, обремененный, то есть тебе тяжело по жизни идти, ты устал, изнемог, израненный, больной, может быть, даже мысли приходят: «Да я как на обочине жизни, жить не хочу, я никому не нужен, да меня нет никому дела». Бог говорит: «Ты надобен мне, приди ко мне, я успокою тебя», то есть дам тебе мир, покой и радость. Аллилуйя, аллилуйя. Спасибо, Петр Иванович был с нами. Старший пастор церкви Сион, здесь в престольном граде Сакраменто. Мы будем продолжать встречу с вами. Если вы пропустили прошлые программы, вы потеряли очень много, но не все. У вас есть возможность выйти на наш сайт, выйти или на YouTube, там будет в архиве эта программа и все программы, которые мы имели. Завершаю. Спасибо еще раз. Бог да благословит. Да, Бог. Иисус Христос любит вас. Мы также любим вас. Будьте благословенны.